В сопровождении военного оркестра пограничники гордо прошествовали от площади Ленина к мемориальному комплексу героям-стражам границ. Это их день, это их праздник. Сегодня военнослужащие Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского, одной из старейших в стране, отмечают почетный юбилей. Для каждого участника торжественного марша охрана государственных рубежей – не профессия, а призвание. Если человек вырос среди солдатских сапог и всегда видел, что такое государственная граница, то каждый должен заниматься тем делом, которым он разбирается. Поэтому та память, те знания, которые в детстве видел и понимал, они сыграли свою роль. И, проходя уже службу срочную непосредственно в пограничных войсках, понял, что мой выбор – это действительно стать офицером-пограничником. Испытываю большую гордость за то, что несу службу в органах пограничной службы. Каждый день это испытываю огромный интерес, удовольствие. И рада, что органы пограничной службы дали мне возможность профессионально расти и участвовать в охране государственной границы и понимать, что ты являешься частичкой национальной безопасности Республики Беларусь. Начало торжественным мероприятием положила церемония награждения военнослужащих Брестской пограничной группы на главной площади областного центра. Настоящим праздником не только для виновников торжества, но и для жителей города стало дефиле сводного оркестра органов пограничной службы. Под звуки военных маршей сегодняшние военнослужащие и ветераны вспоминали о буднях, проведенных у государственных рубежей, и о традициях пограничников. Офицеры уверены, их есть кому продолжить. Перед пограничником в наше время стоят сложные задачи по обеспечению надежной охраны государственной границы. Они должны быть всесторонне подготовлены. Подготовлены и физически, подготовлены и морально, и психологически. Для того, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи. Вот почему на сегодняшний день воспитанием пограничников мы, ветераны, уделяем самое пристальное внимание. Продолжилось торжественное мероприятие у мемориала героям-стражам границ. У центрального монумента отличники пограничной службы были награждены почетными грамотами за положительные результаты военной службы, а также за активное взаимодействие с ведомственными структурами. Глядя на бравых офицеров, на их крепкое рукопожатие можно быть уверенным – граница на замке. В течение последних двух лет мы задержали больше 300 нарушителей государственной границы. Я говорю о нарушителях границы. А есть еще нарушители законодательства государственной границы. Тут идет на тысячи. Ликвидировано более 10 каналов нелегальной миграции. За прошлый год мы задержали более 180 килограмм наркотиков. Фактически ликвидировали канал, который пытались из стран Западной Европы наркодилеры через территорию Республики Беларусь организовать. В прошлом году, по итогам года, по итогам результатов оперативно-служебной деятельности, мы заняли второе место в системе органов пограничной службы. Ну, второе, не первое, поэтому будем стремиться к тому, чтобы в этом году результат был выше. Возложение венков к центральному монументу, а также митинг, посвященный юбилею со дня образования пограничной группы, стали завершающим аккордом праздничных событий в честь людей в зеленых фуражках. На торжественном митинге в адрес военнослужащих Брестской пограничной звучало много поздравлений от представителей городской и областной вертикали. Но все-таки заключительное слово осталось за начальником Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского. Мне хотелось бы пожелать им, в первую очередь, терпения, чтобы они никогда не унывали. И чтобы у них всегда все получалось. Потому что если будет получаться у них, будет получаться и у меня. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, телекомпания БукТВ.